Здравствуйте, 22 июня, 14 лунный день. В созвездии Санчар, с очки земли, с элементом воды. День для новорожденных. Благоприятен для ритуалов призывания долгой жизни, благосостояния, бурения скважин, посадки семян, деревьев, строительства во всех развивающих делах. Неблагоприятен для сотворства. Благоприятен для людей, родившихся в год дракона, обезьяны. Неблагоприятен годам зайца, лошади и курицы. Стрижка волос к умножению достатка. Иволгинском доцанец хурол сундуи. Декламация собрания сутр для исполнения желаний, устраняя препятствия. 9 часов утра. Илусут хозяин воды, а в 11 часов дня. С этого дня летнее солнцестояние. Будьте полезными.